автомобильная культура GDM и Баварским автомобильным заводом. BMW против Nissan снова каждый раз. У нас в дрифте. Я думаю, что Брест делает свои ставки. А мы посмотрим. Я думаю, Брест сделал лучшие ставки. 4 пилота здесь. На финале чемпионата Республики Беларусь 2017. Дрифт Брест 17. Наш хэштег сегодня. Гедемина Сливецка с команды Side to Side. Вильнюс, Республика Литва. Александр Гринчук, команда Red Bull. Громче. Одесса, Украина. Сергей Сак, команда G-Drive. Минск, Беларусь. Сергей Сак. Андрей Пискарев, команда Drift Legion. Минск, Беларусь. 4 лучших пилота. И я хочу, чтобы мы сейчас сделали то, что делали на параде участников, только в разы больше. Поверьте, осталось мало заездов, и вам не нужно оставлять себе всю эту энергию. Чем в прошлом, потому что как-то и конкуренция больше, сильнее ребята начали ехать, а ответственность еще больше, потому что ты действующий чемпион, и тут надо было, знаешь, как ты над собой работал, чтобы держать вот этот натиск, и понимаешь, что много зрителей приходят смотреть именно за твоими заездами. Еще раз привет, Брест! Ну, сказать, что сезон сложился тяжело, там, плохо, наверное, неправда будет. У нас, к сожалению, не было всего одного подиума в Логойске. Но Дима наступал, наш вице-чемпион, я думаю, аплодисментов заслуживает. Наступал на пятки, но, сами понимаете, контактный вид спорта, и ошибиться, одна ошибка приводит просто к вылету, к ненабору очков, поэтому Диме немного не повезло, хотя я думаю, что вы все ждали финал. Дима, я, это было бы интересная заруба. Я бы готов был тут оставить эту машину, вот только бы выиграть. Поэтому, ну, ничего, в следующем году, я думаю, мы поборемся. Вообще, чемпионат сложился очень хорошо. К сожалению, жалко, что нету Кабаргина, нету Бусыгина, нету моего напарника Цареградцева, который стал вице-чемпионом мира. Ребята, это звучит... Нет, я поясню. Сейчас проходил чемпионат мира двухэтапный. Вчера был первый этап, сегодня был второй этап. Вчера он стал третьим, а сегодня он стал первым. И по совокупности очков он стал вице-чемпионом мира. Наш Аркадий Цареградцев. Наш Аркаша, да, мне очень приятно, что такие звезды, можно так сказать. Вот
ездить прям можно. Наши друзья, да, они любят к нам ездить, поэтому, ну, все класс, я рад. Я сегодня полутора ходил и думал о том, что он стал вице-чемпионом, ну, вдумайтесь, слово мира, и об этом думал вплоть до первого заезда. Ну, что сказать, сейчас дадим финал, если попаду туда, ну, по максимуму, как по-другому. А как по-другому? Согласен. Всякого респекта! Удачи, Серега, и тебе, и Андрюхе, покажите хороший дрифт. Поехали! Вас не слышно!